Подожди. А что ты где потерялся там вчера? Дожди, здорово. А, ты диссертацию пишешь. Круто. Нет, это круто, круто. Я тоже диссертацию написал. Катастрофа как тема в изобразительном искусстве. Серьезно? Да. Ничего. Excuse me, man, this is mine. No, it's my papers. Give me, please. My papers. I'll give you money. All right? This is all that I have. You can take it all. You know, man, money is a garbage. Oh, don't believe him. And give me my papers. Thank you. Take papers, please. What's wrong? It's a good choice, buddy. Thanks a lot, man. Отдай диссертацию. Давай. Что за игры? Хочешь поиграть, доказать что-то? Ты доказал, ты выиграл. Все, ты выиграл, ты чемпион, победитель. Теперь дай мне, пожалуйста, вот мои бумажки. Спасибо. Я, конечно, не разделяю твоих взглядов, но я как-то постараюсь понять. С кем я вообще разговариваю? Ты же человеческого языка ты не понимаешь, животное. Кому говорю, обезьяна? Эй! Целую философию выдумали. Свобода, гармония. А ты хоть когда-нибудь думал, что можно что-то еще делать? Кроме как жрать, срать, трахаться. Подлечись. Научишься разговаривать как-то. Думать. А?